По официальной статистике, 82% из всех опрошенных спортсменов считают уход из профессиональной спортивной карьеры самой кризисной ситуацией в своей жизни. Вследствие этого много искалеченных судеб спортсменов, которые не смогли себя найти. Одни находятся в глубокой депрессии, другие страдают алкоголизмом. Кто-то начал употреблять наркотики, а кто-то покончил жизнь самоубийством. Об этом официально не говорится. Я занималась разными видами спорта, но моя жизнь полностью изменилась, когда я пришла в коньки. Именно из-за того, что у меня не получалось стоять на коньках, после досадных падений я решила проявить упорство. И в итоге я посвятила этому спорту 22 года. В 2005 году я попала в сборную России. И вспоминая себя тогда, в 19 лет, я не задумывалась о дальнейшей жизни после спортивной карьеры. По данным нашего опроса, проведенного в рамках проекта «Школа чемпионов», 60% спортсменов не представляют, что их ждет в будущем, после ухода из большого спорта. Поэтому бывшим спортсменам нужна помощь в адаптации. Благодаря характеру, который воспитал во мне спорт, опыту, приобретенному за 3 Олимпиады, я создала проект «Школа чемпионов с нуля», без какой-либо помощи и финансовой поддержки. Основа моего проекта – это сохранение преемственности в спортивной отрасли. Ведь задача каждого из нас – сделать так, чтобы страна не теряла тот потенциал, который накопился за многие годы развития спорта в России –